Настоящая любовь ждет, утверждает христианская молодежь Тюмени. 22 марта еще 8 человек присоединились к десяткам молодых людей, заключивших завет с Богом о воздержании от сексуальных отношений до брака. Они уверены, что эти отношения возможны только между мужем и женой. Специальная торжественная церемония «Настоящая любовь ждет» состоялась на богослужении церкви «Свет миру». Знаком обещания Богу стали символические кольца, которые получили от священников все участники. Особую значимость церемонии в стенах храма добавило наличие сотен свидетелей и письменное обещание чистоты отношений, которое будет храниться в церкви. Подобные события выглядят особенно интересно на фоне общего состояния нашего общества. По данным опроса ВЦИОМ за последние 14 лет, лишь 24% опрошенных считают секс до брака аморальным, и чуть более 20% молодежи согласны с его недопустимостью. Почти 60% респондентов признают, что добрачные сексуальные отношения распространены в массовом порядке. Больше половины опрошенных россиян называют последствиями добрачных отношений венерические заболевания и СПИД, а 46% – брошенных детей. Будущее России за молодежью, которая боится Бога и строит свою жизнь на основании Его заповедей.